Видимо, на переговорах с Россией подразумеваются обсуждение статуса Чечни. Какой статус Чечни был бы приемлем для вас, как руководителя? Статус Чеченской Республики и ее народа окончательно и полностью утвержден, и он не подлежит обсуждению. Обсуждению подлежат вопросы двухсторонних, без государственных, без правительственных отношений. Статус уже есть независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия.